Так. Ой-ой-ой. Да. Зачем так делать носом? Я бизнесмен и хакер, в свободное время проектирую мосты. Я даже не знаю, что это за херня только что высветилась. Даже как на это реагировать. Итак, сейчас у нас будет стрим. Это будет эпический, эпохальный мега-стримище. Стрим будет о том, какая же Ира шлюха. И у нас ноль зрителей. Нет, ну так невозможно. Как в таких условиях рассказать о том, какая же Ира шлюха? Ну, честное слово. Так, где там наша переписка-то? А, нет, не буду. Нахуй эту шлюху. Нет, хотя мне вот буквально только что ответил вот пирожочек. Он написал, что у меня склонность на еблю в жопу, и надо попрыгать на бутылки и съешь тарелочку говна. Ну, вы гляньте на это лицо. Вот, действительно. Вот кто ест говно? Вот откуда у него этот второй подбородок? Ну, ясно же дело, что это говноед. Короче, стрим о том, какая же Ира шлюха. Итак, у нас есть картинка. Вот такие вот замечательные фотографии Ира выкладывает у нас в Инстаграм. При этом, когда ее просишь, сделай селфи. Хуй там. А вот в Инстаграм такое выложить, это сразу, это Ира может. Ну, оно-то понятно, там можно найти какого-нибудь ёбаря, с которым ты встретилась первый раз, и сразу же отдаться ему. Вот, потому что Ира у нас типичная баба, ну, в общем, все бабы так делают. Так, сейчас попробуем сделать так, чтобы короче, было удобно. О, нет, так что-то как не очень удобно. Сейчас, подождите. А, точно, какой же я тупой, господи. Еще на феминиста гоню. А сам не могу додуматься, что можно сделать экранчик поменьше. Итак, мазафака бич! Сейчас мы будем из Ирки рисовать порно-картинку. Так, сейчас для начала я вспомню, как там ловко управлять Paint'ом. Так, ну что мы тут видим? Кафель, а вот какая-то, блядь, порожек, хуй пойми. Ого, вы только всмотритесь в это. То есть вот это вот сраное зеркало, оно ж, блядь, вмонтировано в стену. Блин, какая же Ира шлюха, честное слово. Вот это вот просто ложка, ложище. Ну, блядь. Так, вот тут вот я вижу, это то ли косяк матрицы, то ли непонятно что. Ну, короче, это, блин, пипец, серьезно. То есть, это, блядь, зеркало, оно просто вмуровано в стену. Это... Я даже не знаю, что на это сказать. То есть, это какая-то просто лютая хрень. Серьезно, это же надо до такого додуматься. Но мы будем, значит, рисовать эту шлюху во всей ее красе. То есть мне она, значит, не дала, а зато дает каким-то непонятным пацанам. Поэтому давайте представим, что, значит, видят эти, значит, непонятные хачи-трюкачи и нарисуем полную порнографию. То есть пририсуем сиськи, писечку. Надо сначала еще даже определиться, каких все это будет дело размеров. А то получится полная херня. А все почему? Потому что Ира конченая тварь и шлюха. Так, сделаем чатик вот как-нибудь вот так вот, чтобы я его видел. Так, мазафака бич. Так, подождите, так, сделаем. Ага, все работает. Так, мазафака бич. Бич! Так, что у нас тут есть из красок, значит. Сейчас я для начала вспомню вообще, как я это все дело-то рисовал сам. Потому что я помню, что это требовало дохера времени.
А, я еще помню, что у меня кисть была, по-моему, вот такая. Да, точно, точно. Что-то сейчас она мне не очень нравится, хотя... О, нет. Нет, это все фигня. Так. Ну, окей, ладно. Делаем по старинке. Нет, это слишком толстая кисточка. Так, ну блин, картинка в достаточно маленьком разрешении. Так. Ну-ка, Никита, соберись, сделай аккуратно. Мы же все-таки рисуем проститутку. А никого попало. Так, вот откуда такое ножище у человека, который ни хера не делает? Так. Ну, походу, примерно здесь. Здесь что-то вот типа такого. Так, пока этот момент трогать не будем, потому что там у нас сиськи. Но здесь явно, если я не нарисую дилдак, то это будет неуважение к верующим в Никиту Рейнджера. Да, блядь. Поэтому пока что мы обрисуем, значит, обрисуем это вот так вот в чертах. Ну, два пальца, то есть человек уже привык сгибать два пальца и засовывать себе в пизду. Вот, значит так. Блять, сука. Ну, окей, так. И, блядь, уебищная Ирина стрижка, блядь, заебала нахуй. Ну, хуй с ней. Так. Не, так не сядет. Ой-ой-ой, что я налил. Так, не пойдет. Блин, серьезно. То есть надо уже эту новую мышку покупать. Это какой-то пипец. То есть она прям старая, еле уже что-то ворочается. И, наверное, даже надо и новый коврик покупать, потому что, ну, это просто пипец какой-то. У меня так пукан рванет, если это не станет легче. Серьезно, это просто сложно. Да, блядь. Так, окей. Так, что я делаю? Я не то обвожу. Так, значит, вот оно, ножище. Так, и тут надо не зафейлить, и надо бы вспомнить, как там женщина вообще выглядит без одежды. Ну, Ирке-то 18 лет, у нее уже наверняка все уже висит, не как у девочки. Так, значит... Нет, скорее тут не так. Здесь у нас кость. И вот так. Окей. Окей, так. Соответственно, где-то тут у нас вот примерно вот так вот булки должны быть. Или что-то типа того. Блять. Сука, как нарисовать пизду? Ёб твою мать. Блять, одно дело обводить всякую хуйню, а другое дело нарисовать пизду. Это сложно, блять. Поэтому идите нахуй. Нехуй меня тут. Так, я не понимаю, как нарисовать сиськи хуй с ней, с пиздой? Сиськи, они... Типа, где они здесь? Так, ну ладно. Блять, это пиздец. То есть получается либо какие-то бабушкины сисяндры, либо хуй знает, что за хуйня получается. То есть, блять. Так, ладно, Ира будет
кофточке, вот так вот. Я не знаю, как тут нарисовать сиськи, по-моему, здесь что-то явно пошло не так. Ну вот, и связано это с постоянным буханием и феминистическим образом жизни, который не предполагает здоровый образ, собственно, занятия спортом и всяким таким. Поэтому Ира будет действительно в топике, но все-таки пизду придется нарисовать, и придется даже зайти в интернет, чтобы загуглить, как она там выглядит. Поэтому у нас тут юбочка даже будет чуть-чуть пошире. Вот, потому что что-то явно, что-то, короче, процесс, процесс уже дает сбой. Расскажи про контент. Блин, чувак, контент будет неинтересным, потому что я делаю исключительно такое фановское видео, поэтому оно только понятно тем, кто в теме. А чтобы быть в теме, надо за этим говном следить много лет, поэтому... Серьезно, можешь даже уходить. Но если вкратце, то эта телочка, которая динамила меня 2 года, блядь, ей тогда было 16, сейчас ей 18, вот она динамит. Потом умудрилась найти себе на сайте знакомств в Тиндере чувака и на третий раз там, блядь, на четвертый дала ему, короче, ну, теперь я издеваюсь над ее фотографией, потому что это полная хуйня. Вот, но при этом, например, очень много с ней, в общем-то, провел время, может, и не прям прямые встречи, но тем не менее. То есть много-много разговаривали, даже помогал советами, а то она тут, блядь, из окна хочет выкинуться, то еще какая-то хуйня. Вот. Ну, вот такая вот благодарность, короче. Поэтому хуй с ней, решил издеваться над ее фотографиями. Ну и делаю такое рисование, которое называется методом березки. Ну, короче, это когда вводишь всякое разное. Так, ну окей. Значит, пурпурный мне надоел. Сейчас мы будем рисовать. Так, нам же надо нарисовать волосы. Нет, волосы будут чуть-чуть темнее. Вот примерно такого цвета у нас будут волосы. Но самое главное не зафейлить, а то в итоге волосы будут откровенно некрасивые. Так, и чтобы не зафейлить, надо вот этот вот момент, ну прям реально не зафейлить. Даже я его вижу не очень хорошо. Поэтому мы его сразу вот так вот сделаем. Здесь что-то такое. И вот тут прямо здесь. Так, вот он. Что-то типа того. Так, так. Чуть-чуть здесь темнее. Так, так. Нет, что это совсем чуть-чуть темнее. Еще чуть-чуть темнее. Окей. Главное в этом деле не пропускать черные квадратики. И закрашивать, прям закрашивать, а то иначе будет фигня. То есть черные квадратики прям реально говнят картинку. Так. Вот как вот такие вот вещи. Можно это, конечно, делать и в фотошопе, но фотошоп мне не нравится, потому что он настолько тупой. То есть настолько медленный. Когда я вижу, как там что-то люди рисуют, и причем они рисуют реально крутые вещи, то я просто диву даюсь. Вот как у людей терпения хватает и что у них за компы. Потому что, ну, мне непонятно. Так, кто-то пришел, и сейчас у меня начнут мозги палить. Так, чуть-чуть светлее, потому что тут у нас вот ореольчик от окна, он тут прям есть. И обратно чуть темнее. Так, что-то темнее чуть-чуть не видно. Все равно почти не видно, ну да ладно.
Так, окей. Так, черненькие квадратики, надо их немедленно уничтожить. Иначе они все тут испортят. Так. Наверняка волосы этой проститутки все были заляпаны в спермаке непонятного хача-трюкача. Это же надо так, блять, на каком-то там четвертом или пятом свидании просто взять и найти себе парня. Ёб твою мать. При этом рассказывать про феминизм, про то, что я там сама там вправе решать, не решать, там тело какая-то хрень, баб угнетает и всякое такое. А зато при этом как случаются загоны какие-то, из которых не получается выбраться, то это да, это поговорить, это надо сразу же, да. А как найти хача-трюкача, так, ну тоже, то тоже сразу же. И разговоры про то, что вот, если у нас это случится, то отношение изменится, а я не хочу, чтобы что-то менялось. Вот это прям просто замечательно. А мне, значит, все отлично, то есть, то есть, как бы в итоге с моей точки зрения, то что именно хорошего для меня происходит? То есть абсолютно ни хрена. То есть, блядь, бабская логика, конечно, просто поразительна. Так, окей. Однако тут достаточно темно, поэтому получится очень достаточно странно. Вообще лицо должно быть слегка светлее, чем все остальное. И что-то я даже не знаю, какой цвет бы выбрать. Красненький. Или может быть какой-нибудь оранжевенький. Честно сказать, пока что мне это не очень понятно. Как-то это не видится мне вообще никак. Окей, вот что-то типа того. Так, сделаем такой небольшой треугольник. В глазах будет китайская ирка. Так, однако, наверное, моего умения рисования явно не хватит, чтобы нарисовать лицо там, где его практически нет, а есть только, я не знаю, даже серое пятно. Так, здесь у нас должна быть скула. Скула, она выпирает чуть больше, поэтому она должна быть чуть-чуть светлее. Но поскольку я рак, то я сделаю ее чуть-чуть темнее. И помимо скулы, это у нас еще и глаз тут у нас есть, а еще и есть нос. Так, короче, пипец. Что-то это явно не получится мне, вот что я думаю про этот рисунок. Эй, шакал сам человека. Почему так? Вот так вот. Так. Да не делайся это светлее, ради всего святого. Что это такое? Тут, блядь, не видно глаза. Глаз должен быть черным. Где глаз? Я тебя спрашиваю.
какой у Иры широкий разрез глаз-то, если уж на то пошло. Блин, какая хрень получается. Так, есть у меня мнение, что лицо мне просто потом придется рисовать так, как я это умею, ибо что-то явно не то происходит в этом царстве-государстве. Так, подбираем вот эту всякую гадость. В принципе, можно было бы включить музыку, но поскольку сумасшедшие школьники обязательно нажалуются, то у меня просто тут же удалят трансляцию. Поэтому с музыкой, короче, не вариант. Ну, то есть школьники, они такие, это высокоинтеллектуальные личности. Так, ну короче, это такой, блядь, грубо нарисованный нос, это вообще пипец. Так нос рисовать нельзя, и в принципе на нос он не похож нифига. Ни разу вообще, ни разу. Что-то получается не очень. Ну да ладно, я художник, я так вижу. Как еще рисовать проституток? Жизнь меня к этому не готовила. Я думаю, рисовать их надо именно и так. Все, пурпурный мне надоел. Я желаю вот такой цвет. Так, ну тон его примерно такое, но вообще он, конечно, чуть-чуть светлее. Ну да ладно. Тин-тин-тин. Я буду сам петь. Тирин-тирин-тирин. Проститутка. Прости-проститутка. Прости-прости-прости-проститутка. Так, окей. Ну, что-то типа того. Начало-начал начато. Как-то в радуге не так много цветов, как мне казалось. Это странно. Так. Тут у нас вот что-то типа такого. И при этом майка. Так, здесь должно быть вот так. И выберем, наверное, выберем зеленый, чего бы нет. Так, к сожалению, я тут вообще никаких градиентов не вижу. Но хрен с ним, не будем дорисовывать того, чего нет. Но вообще должна получиться стремнота. Хотя вот тут вот небольшой градиент все-таки есть. Но его практически не видно. Это плохо. Вот тут он куда-то теряется. Здесь мы сделаем потемнее.
сюда. Мне кажется, мне что здесь можно будет разобрать плечо и руку. Господи, какое же кинг-конговское плечо. Что-то это прям плечище. Прям мега плечо. Прям плечо какого-то качка елупало. Так, здесь чуть-чуть темнее. Почему вот это чуть-чуть темнее, оно уходит примерно сюда и вот так вот в палец. Здорово, колобок from жопа. Или жепа, или жора, жера. Наверное, жопа все-таки, а не жора. Или может это жапан, Япония. Ну, скорее всего, жопа. Вообще меня удивляет в интернете, какой интерес к японской всякой разной культуре. Потому что там прям какие-то чуваки, которые рассказывают про Японию, просто пипец, как много смотрит народа. Смотришь, а там чувак какую-то унылую хрень рассказывает, а там 1,5 миллиона просмотров. Такой, боже мой, жопа горит. Потушите мою жопу. И ничего не можешь с этим поделать, потому что чувак рассказывает про Японию. И при этом у него еще японская тёлка. И прям, да ну ёлки-палки, ну как так? И они еще при этом блоги ведут, блин. Тут сидишь, не можешь бабу уломать навстречу, блин. А у кого-то японская тёлочка есть. Как так? Колобок из жопы вована. Ясно, понятно, к успеху идешь. Все понятно, так и надо, так и надо. Вован это кто? Путин! Блин, я на сегодня на стриме так смеялся, что мне аж хреново. Что-то я чувствую, как будто я что-то, как будто я даже не знаю, что-то потянул. Так, это слишком зеленый, настолько зеленый, что ж, пипец, насколько это зеленый. Так, однако вместо того, чтобы было красиво, тут получается какая-то очень странная картинка. Так, окей, ладно, придется некими условностями строения тела пренебречь и фаланги пальцев не нарисовать. Потому что я просто не вижу, где они. Так-то они там, конечно, должны быть, но что-то... Блин, монитор надо почистить. Я всякие штуки пытаюсь закрасить, а потом оказывается, что это монитор у меня грязный. Так, окей. Здесь оно примерно чуть темнее. Но тут я вижу еще градиентик. И какие-то непонятные пухлые пальцы, которые я даже не вполне понимаю, как это, короче, в итоге. Поэтому просто сделаю вот так, потому что я что-то реально не пойму, как это. Как нарисовать-то, блин? Так, окей. Руку мы нарисовали. Нарисуем сейчас другую. И нарисуем ее, наверное, в желтеньком стиле. Так.
Так, окей же. Здесь у нас явно такое все темненькое, черненькое. Но не настолько это прям как-то аж вульгарно черное. Но так уж и быть. Так, мы ее ставим. Чуть светлее, мазафака бич. Нет, ну какой же это говно, ну вы вдумайтесь. Найти там какого-то ёбаря, блядь, за 5 каких-то там свиданий. Заранее уже согласиться, что будет все, что надо. Блин, вот, вот баба, а. И потом рассказывать, ну, это что-то изменит в наших отношениях. Каких, блядь, отношениях? Я тебе благодарна. В чем эта благодарность? Ну-ка расскажи. Нет, ну я ж с тобой общаюсь. Все, и это вся благодарность. Вот, блядь, молодец. Конечно, вот эти всякие Макаревичи и прочее. Блять, как эта херня устроена, которая называется рукой, блять? Что не так? Я не понимаю, эти, вот эта вот крайняя фаланга, она выпрямленная, но... Так как это вообще, как это... Как, блядь, так пальцами, это же невозможно. Что за херня? Я, блядь, недоволен такими пальцами. Серьезно. Я хуй его знает, ты что, что и как это рисовать. Идите нахуй пальцы, короче. Так. Нет, ну это же надо дать на, блядь, там каком-то непонятном третьем свидании. Ёб твою же мать, а. Вот это да. И потом еще рассказывать. Вот. То это. Как такой швалью можно быть? Просто не понимаю. Это ж просто пипец. При этом ходить в кино там со всеми с кем подряд, а с тобой хуй-то там. Так, окей, другая сторона желтенькая, это зелененькая. Так, нормальненько, что между желтым и зелененьким? Красненький, наверное. Опять же, я, к сожалению, тут никакого градиента не вижу. Поэтому я хер пойму, как это рисовать-то. То есть, вроде тут должны быть сиськи, но, к сожалению, что-то на сиськи тут нет ни намека. То есть, вообще какая-то беда-печаль. Так, ну-ка назад, это ж телефон. Так, и телефон у нас будет. Ну, сделаем его вот таким вот коричневеньким. О, нет, так не пойдет. Вот таким голубеньким.
Нет, так тоже не пойдет. Чуть-чуть светлее сделаем. Он сойдет. Тик. Тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Ну, в принципе, что еще ждать от человека, который пропагандирует феминизм? То есть, ну, ничего другого и не ожидалось. То есть, сама решаю, когда быть шалавой, а когда нет. Поэтому, ну, нормально, что не так-то? То есть, все как в современном обществе. Быть шлюхой. Там какой-нибудь благодарности, это все прям вот тренд сезона. Так, окей, я бы, конечно, здесь нарисовал грудь, но что-то, видимо, божественные силы не одарили Ирку грудью. Конечно, хотя надо было бы заниматься всякими разными развратными вещами гораздо раньше, и грудь была бы, но груди нету. Вместо груди я даже не понимаю, то есть даже, ну, к сожалению, качество фотографии такое, что, ну, не очень. И что, блин, с этим теперь делать-то? То есть надо каким-то, не знаю, цветом вот это все зарисовать. Но что-то есть у меня мнение, что я не буду все это зарисовывать, я просто сделаю вот такую вот маечку, вот так вот ее поверх всего вот этого нарисую. Ибо я художник, я так и вижу. Ну вот, что-то типа того. Так. Что-то типа того. Так, так. Так, так, так. Так, примерно как-то вот. Как-то вот так вот. И, наверное, мы просто середину вырежем. Так, куда-то нажать, чтобы вырезать. Произвольная область. И вот так вот сделаем. Вырезать. Теперь зальем это все. Вот. И обведем. Блин, пипец, сегодня поехал продавать свой Киев. И в нем не хватает одной кассеты пленочной. Да елки-палки. Вот как так? Заклинило еще там диафрагму на Юпитере. Чертов Юпитер. Ну, кассеты не хватает. Ну, блин. В итоге это мне туда-сюда 90 рублей. Ну, короче, ничего не круто.
То есть не потому, что 90 рублей деньги, а потому что пришлось, короче, скинуть, и в итоге, короче, не круто. Привет, занимаешься искусством в Пайнте? Да, чувак. Я художник, я вижу искусство в Пайнте. Так, значит, окей. Ну ладно, так мы это и оставим. Подпишем Сосу на третьем свидании, потому что это вот, это правда. Так. Еще надо две буквы сделать. Сойдет. И так сойдет. Окей. Так, ну значит, теперь у нас самое пикантное. Надо, значит, нарисовать гениталии, ну, чтобы меня при этом не забанили. И что самое печальное, сейчас мне придется гуглить, как они там выглядят. Потому что одно дело рисовать, когда есть тело, а другое дело, когда надо это еще, блядь, придумать, вспомнить. При этом, когда ты это не видел уже несколько лет, то это очень тяжело. Итак, значит, напишем так: голая баба. Так, голая селфи в зеркало. А то иначе сейчас я потерплю просто фиаско. Так, значит, окей, окей, это не то, не то. И вот это что-то типа похоже, но нет, это не то. Так, тоже не то. Хотя, в принципе, вот примерно так тёлки фотаются, чтобы не было видно, как у них там все отвисает. Окей, окей, вот это прям похоже, похоже. Кстати, да, действительно, то есть это нам надо что значит сделать? Это нам надо взять. Надо взять. Нет, надо вот даже, наверное, вот это открыть. Нет, обратно. То есть так. То есть вот примерно так. Здесь такой типа микрокриторучек. Какая-то полоска от волос. Так, она примерно вот так вот идет. Ну и поскольку Ирка не бреется, то у нее, наверное, до пупка будет целая бледливая дорожка. Так, то есть вот это, ага. То есть примерно такого должно плана. Так, окей, теперь закроем, чтобы меня тут не забанили. Так. Где там трансляция? Это елки-палки. Ага, вот оно. Так, окей. Окей, продолжаем. Продолжаем, все нормально. О, нет. Так. Значит, это у нас пупок, это у нас дорожка до пупка, это у нас клитор, это у нас, значит, как-то тут хуй пойми, как-то кончаются ноги. Хотя, судя по всему, вот если это... Блять, я просто не смогу это, короче, нарисовать нихера. Так, ну, насчет пирожка я не знаю, но вполне себе может быть, что вот с таким ножищем, там, пирожочищем, еще тот. Значит, у нас тут только пузико. Где-то здесь у нас кости. Где она должна быть? Это таза берцовая. Хуй пойми там, какая кость, как она там выглядит. Блять, нахуя так изгибаться? Ну, сеть, ну, честное слово. Так, окей, значит, надо как-то вот, блядь, нарисовать, чтобы при этом еще и был изгиб.
То есть надо изгиб, короче, не зафейлить. Ага, и чтобы не зафейлить изгиб, начнем рисовать. Начнем, значит, по мышцам рисовать. То есть это надо сделать чуть-чуть чернее. И вот это у нас мышца. Как-то она, блядь, хуй пойми, как-то вот так идет. И вот вот в конец экрана, вот что-то типа того хуяк. Так, здесь у нас чуть светлее. Здесь у нас должна быть какая-то такая замута. Так, а тут, тут, по всей видимости, что-то вот, вот что-то типа того, и еще примерно вот, вот что-то примерно какой-то такой небольшой у нас силуэт. Тут у нас примерно мышцы, уходит она вот в заднюю, хуй знает, ногу, блять, как она называется. Так, окей, ладно. Что-то примерно у нас тут, что-то примерно типа того. Сейчас главное не зафейлить. Сделаем здесь чуть-чуть светлее. Идем вот так вот. Потому что тут нога засвечивается от этого самого, от пола. Так. Окей, ну все, можно спокойно. Пока что можно спокойно обрисовывать ногу. Вроде бы ничего не грозит. Дальше насчет тела как-то, не знаю, сделаем это. Конечно, в идеале надо бы нарисовать клиторище и просто разработанную дыру, но меня тогда, наверное, забанят. Хотя это, в принципе, вполне может быть вероятно, что это так и есть. Что еще ждать от шалаф? Ну, число, вот что. Только гадостей. Так. Так, получается какой-то градиент, тут прям вообще не видно глазу. Ну да ладно. Так, окей, тут у нас нога совсем черная уходит. Сделаем все-таки потемнее тут. Так, на всякий случай сохранить, а то я знаю этот компьютер. И то, как появляются ошибки вдруг откуда ни возьмись. Так. Рисуем шалаву, рисуем шалаву. Просто шалавище.
Просто шлю шиндры. Так, окей. Тут как-то у нас, короче, вот этот переход должен быть, а я ни хера не могу понять, как его сделать. Так, надоело рисовать этим цветом. Даешь пурпурный. То есть вот что-то типа того, но что-то вот, ну что-то же не типа того, ёлы-палы. Что-то же не складывается, ядрить, колотить. Так, ну норм. Пока что вроде норм. Так, нормально, нормально. Но здесь все-таки все равно темнее сделаем еще чуть-чуть. Чтоб наша картина играла жизнью градиентов цветных. Окей, должно быть красиво. Так, окей же ж. Окей же ж. Рисуем проститутку. Не останавливаемся. Так, нормальненько, нормальненько. Ну ладно, ногу опрессовали, но самое печальное это сделать все-таки достоверный пирожок. И вот тут сейчас начнутся проблемы. Серьезные проблемы. Так, так, так. Так, ну оно, конечно, так линиями нигде не рисуется. Ну, по крайней мере, у нормальных людей. Делается изменением цвета. Что-то я тут, короче, нахерачил, ну да ладно. Это у нас такой тут получается цветной арт-хаус. Так, вот она, вот эта мышца наша. Задняя херпа никакая, которая переходит, она значит, но я надеюсь, что она в пресс переходит, хотя возможно у этой шалавы она просто в жир переходит. И здесь еще надо отобразить, что все-таки тут есть какая-то некая бритая волосня. Так, и вот уже начинается проблема, то есть вот это примерно должно быть вот. Так, Катрел. Вот опять Катрел. Кручу вот так. Что-то вроде как. Что-то вроде типа того. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот эта нога, значит, она уходит вот сюда. А вот это, значит, наша
волосня. То есть вот эта мышца. Что-то она, короче, как-то вот так вот присоединяется. И получается, что у нас вот это наша писечка-то она под углом. Давай, мозг, давай, сделай мне 3D картинку. Ну что, ну неужели это так сложно? 2,8, нет, 2,018К, ну число. Вот на этой ступени эволюции бы сейчас вот, блядь, не смочь вообразить, как оно там должно быть. Ну что это такое, а? Короче, ладно. У нас Хьюстон, у нас проблема. Сделаем просто здесь треугольник, ибо что-то идет не так. О, вот так вот, нормально, нормально. И значит, здесь вот у нас такая типа дорожка прям до пупка. А это у нас пупочек. Что-то типа того должно быть. Так, вот что-то типа того. Что-то типа того, короче. Так, ладно, насчет того, как там пресс должен тут или не должен. Пока что оставим это. И, наверное, переделаем, если надо будет потом. Ну, что-то примерно типа того. Так. Кстати, фотоаппарат продал парню, которому Ирка бы точно отдалась. Прям вообще бебец. Как так можно медленно проверять все выдержки на фотоаппарате Киев? Это просто удивительно. Удивительно даже то, как вообще можно вздумать фотографировать на этот фотоаппарат. То есть, блин, вот смотришь на всю эту эсэровскую технику, елки-палки, а ну аж стыдно. На вот этот замечательный российский горный хрусталь. Вы только вдумайтесь, горный хрусталь. Представляете, вот полки у людей были забиты вот этой вот крайне никому не нужной ерундой под названием горный хрусталь. А после рухнул таки все-таки занавес, и оказалось, что это такая ерунда. Вот такая ерунда этот горный хрусталь, он никому не нужен. Это такая вот откровенная чушь, эти какие-то дурацкие сервизы, миллиарды сервизов. Там какие-то непонятные рюмка-стаканы, блин. Да. Конечно, полная жесть. Конечно, у меня бы от горного хрусталя, если бы я его собирал, а потом казалось, что он никому не нужен, у меня бы серьезно бомбанул пукан. Прям пукан бы просто разлетелся. Да, как, в общем-то, и пуканы наших замечательных граждан. А все, блин, бабская пропаганда. Вот эти феминистки ходят, рассказывают про мужиков, какие мужики неправильные. Вот это, кстати, тёлка, которую я обрисовываю, ярая феминистка. А по факту, вот после Второй мировой войны женщин было очень много. Вот прям. И вот отчасти вот вся вот эта ситуация, это как ни крути, но и их заслуга тоже. Это абсолютно девственное сознание, когда
такая хрень, как прекрасное далеко, эти гости из будущего, оказывается, оказывают хоть какое-то влияние. Блин, я его тут посмотрел, а это просто жесть. То есть как можно было, как оно могло вообще оказать хоть какое-то влияние на кого? И это вообще какая-то жесть. То есть для этого надо обладать просто каким-то, я не знаю, отформатированным сознанием. При этом в 70, там, я не знаю, каком-нибудь 9-м году, там чудовищная крутость эти Звездные войны, которые просто пипец. Они до сих пор очень классно выглядят все-таки. Наличие компьютерной графики — это зло. Там, ну, может, дурацкий сюжет не самый крутой, но все-таки. Спецэффекты какие-никакие, все-таки компьютерная графика-то там была. И тут гости из будущего посреди зеленого поля, типа автобус, и автобус, значит, он отображает, что это вот, значит, на нем года и все какие-то там, я не знаю, непонятные пришельцы такие все интеллигентные посещают. Нам нужен московский музей или что-то такое. Тогда вам в такой-то год зайдите в эту дверцу. Ну блин, ну божество, божество. Потом я посмотрел Сталкера Тарковского. Ну, канал у меня вообще разгорелся аж на несколько дней. Потому что это такая срань. То есть Солярис Тарковского еще можно смотреть. Там как ни крути, но окей, ладно. То есть Солярис еще сойдет. Там, может, тоже он не верст спецэффектов, но тем не менее, они там какие-никакие были. Там какой-никакой был достаточно мощный сюжет о том, что живой океан, значит. И вот он делает неких сущностей. И выживает там только тот, кто способен разобраться таки со всеми этими своими собственными тараканами. И вот этот самый океан в качестве изучения пытается разобраться в человеческой природе и, ну, можно сказать, задает им вопросы. То есть вот подсовывая им вот эти ошибки их собственной жизни, на которые они сами пытаются ответить. И, но это круто, то есть, как бы, океан-то не дурак. Вот, это да, это мощно. Но, блин, как после такого фильма можно было забабахать сталкера? Вот этого человека, который, значит, я не знаю, сначала обнимается с цветами, потом устраивает перевал в какой-то, я даже не знаю, какой-то, блин, мокрой помойке, укладывается спать, лёжа животом. Какая-то вообще полная хрень. Я был, мягко сказать, разочарован. Какую там философию люди нашли, мне непонятно. Уровень спецэффектов там был чудовищно убог. Просто убог. Это даже неописуемо словами. Если бы я смотрел эту санину после «Звездных войн», серьезно, вот то тогда бы меня реально бомбанул пердак. Это, блин. Это, конечно, да. Да вообще, если бы я смотрел эту хрень после Соляриса, то у меня начались бы вопросы, что это? Что это такое? Как так-то? Потому что, ну, это же срань. Самая настоящая. С большой буквы «С». Непонятно мне, непонятно. Так, окей, сейчас мы что-то начинаем вставать, и поэтому мы вот так вот просто прорисуем.
И вдаваться в детали не будем, как там нога правильно, неправильно, она там нарисована. А то что-то реально офигел. Уже. Ёлки-моталки. Так. Дорисуйся, чтоб тебе. Короче. Так, окей же ж, так, тут у нас нога, значит, она у нас идет, по всей видимости, что-то я немножечко накосячил между штанами. А, нет, нормально сойдет. Так. Аккуратненько. Каждое неловкое движение лишит этого человека коленного сустава. Аккуратненько, плечо. Так, боремся за коленку. Всеми силами боремся. Так, ну давай коленка, все, кажется, мы прошли колено, ура! Так, отлично. Мы рисуем, пизда мразь. Это мрази на нас насрать. Нас насрать. Потому что пизда мразь. Мы рисуем пизда мразь. Пизда мразь. Так, окей, ладно, пика сделаем. Надоел мне голубенький. Так, зелененький мне тоже надоел. О, вот таким вот светло. Светло таким, светло даже не знаю, что это за цвет. Нет, это слишком светло. Вот, отлично. Так, от пузика будет отлично. Так. Что-то типа того, я, блин, хер его знает, как этот момент правильно прорисовать. Поэтому будет вот так вот. Так, это надо, чтобы черные точки исчезли из существования. Иначе они, конечно, все заговнят всю картинку. Так. А, в принципе, можно и стринги нарисовать. Точно, кстати говоря. Точно. Почему бы и нет? Со стрингами уж точно будет явно понятно, в чем все суть. Да, стринги мы ей сейчас и нарисуем. Так, а как же там пузика? Тут же, блядь, пресс должен быть, вся херня. Так, ладно, пузика будет без пресса и всей херни.
сожалению, вот такое у нас кузико. Шалавная кузика. На шалавном кузике нет пресса. На шалавном кузике только растяжки от недавней беременности. Давай последние штрихи, давай. Чик. Фух, так, ну наконец-таки. Так, где тут у нас? Делаем вот так аккуратненько. Теперь делаем вот так вот. Так, значит, стринги. Блядь, сейчас я стринги нарисовать нихера не смогу. Ну, можно стринги, в принципе, нарисовать просто черными. Блядь, как же это должно будет, как же это выглядеть-то надо, чтобы оно... Чтобы... Типа это, короче... Стринга должна выглядеть как-то вот... Так, что-то типа там. Так, ну-ка, что у нас получилось? Нормально, так нормально. Я сосу на третьем свидании. Так. Ну, в принципе, по фигуре должно быть, в общем, ну, сойдет, короче, нормально. Кто-то был явно доволен. Так, ну, в принципе... На лице, конечно, отображается о будущей Ирке. Это одинокий, грустный человек со звездой на лбу. Ну, в общем, нормально, мне нравится. Сохранить. Ну, вот как-то так. Все, закончили рисовать это эпохальное детище. Фух. Ой, я ж прям устал. Ну вот как-то так.